Сейчас вы видите, как я бегаю, занимаясь садоводством. Но знаете, в чем подвох? Это не моя ферма. Это даже не ферма моих друзей. Это ферма моих турецких противников. А как здесь оказался я? А вот это уже долгая история. И поверьте, об этой истории будут ходить легенды. И скажу честно, я думаю, вы не скоро увидите такой контент на других каналах. Это просто нереальное везение. Ну а сейчас присаживайтесь поудобнее, ставьте лайкосик и погнали смотреть с самого начала. Смотрите игровые ролики и летсплеи, потому что сами не можете поиграть в любимые новинки? Нет, я не издеваюсь, я хочу сказать, хватит это терпеть. Бой адским ценам на видеокарты. Даешь облачный гейминг от gfn.ru. И вот почему я выбираю именно этот сервис. Вы сможете играть в раз с топовым графоном и в другие любые игры, даже на старом ПК, смартфоне, маке или в браузере. Все игрушки уже обновлены и настроены, так что вам не нужно тратить свое время или рабочее пространство на компьютере. Доступно уже более 800 игр. Помимо Раста, тут есть Киберпанк и куча других выживальщиков, вроде Вальхейм, Арк или Conan Exiles. Ключевой момент — подписки. Здесь их два вида. Бесплатная с небольшими ограничениями и платная с огромными бонусами. Например, приоритетный доступ к серверам. Или же подарки от издателей. А может быть, вы хотите передовые графические технологии RTX или DLSS? Будут. А потому мой выбор подписки премиальный. Откладывайте себе на новенький ПК. Ну и не упускайте возможность покорять все игровые новинки. А с моим промокодом CHZ это будет еще легче. GFN.ru. За облачные возможности для геймеров. Connecting. Go. После вайпа мы зашли на самый хардкорный сервер, Растория Йоумейн, и продолжал я играть с кланом BZZ. И как только мы зашли на сервер, мы сразу же решили встретиться. У нас был особый план по развитию на этот вайп. Мы пофармили немного дерева, пофармили кабанчиков, ведь нам нужно было топливо, чтобы отправиться в метро. You know what I think we should do? I think maybe we should try to rush the trains. А еще у нас было очень много файтов на копьях. You have a pig? I have a butt knife. Where's the pig? Yeah, the pig, yeah. Yo! Killed one. Come, psych. I'm down. You both dead? Oh, no, okay, pick me up, Papa. Guys, you need to not split up from the group, please. И прежде чем спускаться в метро, мы устроили небольшой перевал и пожарили мяско. Go, my little nakeds. Psych, move your ass, bro. Шевели бульками, not move your ass. Yeah, шевели бульками, тутой. No, we need to work. Тупой, шевели бульками. 1, 2, 3, 4, 5. Head. Kill. Good job. Okay. Hey, step bro, I'm stuck in the washing machine. Okay. And then you hear your papa chest coming. Hey, I come from behind. One dead. Yeah, dead. Kill them. Nice. All dead. Oh, the Lord. It's ND. В метро мы выбили свои первые пушки и налутали огромное количество компонентов. И добрались до пункта назначения, где мы хотели отстроить свой первый дом. Но это место, к сожалению, заняли. И мы решили узнать, кто это. И эти ребята оказались друзьями Тармака. После чего мы забежали на Харбор, чтобы переработать все свои компоненты. И пока они перерабатывали, я пофармил немножечко камня. Ну а после мы в турборежиме начали отстраивать свой домик. Python. I have semi. It's coming to me. I'm dead. Okay. Нас постоянно крысили соседи, и мы точно знали то, что мы их зарейдим. Но нам нужно было на это время и очень много подфармить. Да, нормально возле нас дом строится. Очень даже неплох. Походу намечается у нас здесь клановая битва. Зерги против зергов. И пока я фармил зерку, Тармак отстраивал дом.
BZZ wolf. But really? It's actually maybe Wolf. Wolf, was it no, you? No, it's not. He's in party. I saw him in party earlier. Look, he's in Y9 right now. Really? I'm not making the same mistake this time, boys. I ain't letting no Russian YouTuber fucking coming in here and making me upset spaghetti. Uh-huh. Yeah, this guy say, I know so damn clan. I can ghost this clan. Для тех, кто не понял, в наш клан пытались проникнуть точно так же, как это сделал я. А еще у нас постоянно были войны за наше метро. Q1. I'm coming, Cheesy, I'm coming. And you dead? You dead? No. I'm coming. Kill two. Okay, one more. Coming, Cheesy. Awesome, yeah. Everyone do a pass. Kill three. I killed them all. You're insane, man. I report you. This guy all dead. One more, I killed him. This guy all dead. Wait. He stopped. Yeah. Oh, they see us. Go, boom, boom. Oh my god. I got it. Oh, I got it. Oh, shit, out. Is that dead? Oh, they're so loaded. Короче, полутаться в метро мы никому не давали. Ну и постепенно мы выстраивали китайскую стену вокруг нашего домика. И как только мы начали расширять домик, на нас начали нападать другие клановые игроки. One time. One dead. I'm dead. Two dead maybe, I don't know. One tap me. Headshot one. One dead. Papa, I'm pushing with you. One, two times. One dead. I'm dead. One close to you. Yeah, this is the same guys. So many of them. One dead. I'm friendly. Two guys, dead. Friendly. To that. Oh, there's a guy here chasing us. Fuck you, bitch. How many guys in this base? What the fuck is going on? Get out of here. Dead? In Russian language is grandfather. Dead. Dead. Grandfather. Yes, dead. Dead or grand? Dead. Dead. You are dead, papa. И как только мы скрафтили первые ракетки, мы сразу же решили выселить наших соседей. Okay. You guys ready? Any raiders in here? Think about shooting once on every wall when I tell you to. Yes. Stop shooting at the wolves right now. Shoot the wolves. Okay, let's go. Boom, 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 boom. FBI, open up. Boom, boom, bitch. Boom, boom, motherfucker. Don't gather up that with last time. They're gonna go on peace in a second. They're almost at the peace, I can hear them. I'm dead. Yeah, you killed him. I'm going base, bro. I have rockets and sulfur. Roll. И этой ночью мы наконец-то избавились от наших соседей. Блин, классно, теперь выходить никуда не надо. Все под защитой, вообще отлично. Пушка. Папа, чест хер. Папа, I need your cover. Yeah. Окей. Пока клановые игроки спали, мы решили провести электричество в нашу ферму, чтобы выращивать ткань. One here.
And one here. Is it good? Yeah, far enough. Nice, nice, let's man. Let's go for the light. Middle. Are you pro electrical man? I haven't fixed it. А еще я стабильно в зиме фармил, которые фармили серу. Farmer guy is dead. Ellie. Something coming. I saw one guy on the roof. One naked, what the fuck? Can you sell AK for Sufu? We can die with wait, what the fuck, what do you mean? You come on the fucking roof? Like this? And you ask yes, for please. Us? Зайдя на следующий день, я даже и не подозревал, что нас рейдят. Но когда я зашел, я услышал шаги и увидел, что из моей тимы никого нет в сети. А еще я увидел то, что я не авторизован в шкафу. И я понял, что нас уже рейдят. О, но. I'm dead. Oh my fucking god. Bye bye base. О, я умер. Отбивать дом мне было нечем, и я пытался найти хоть какое-то оружие. Fucking offline raider. И вот вы ни за что не поверите, кто нас зарейдил. Нас зарейдили друзья Тармака. И они знали, что мы здесь живем. И они пришли ночью, когда мы спали, чтобы забрать наши ракеты. Молодцы. Класс! No! On me! On me! I'm alive! Отбить дом у меня не получилось, я зашел слишком поздно. И в этот момент я решил, что я не оставлю им Юклан в покое с этого дня. Но для этого мне нужно было реализовать мой гениальный план. Хоть мы и потеряли дом с печкой, но у нас осталась ферма, в которой было очень много ресурсов. А также там было очень много ткани, которая нам была как раз таки нужна. Я схватил единственную двушечку и решил попробовать кого-то убить. Go buy this bitch. Go. Hello. I killed him. You fucking noob, bitch! Сразу хочу вам сказать, что в этот момент у меня не записался Discord, поэтому я разговариваю не сам с собой, я разговариваю с тиммейтами. И так как я выбил калашек, я хотел, чтобы они потратили еще ракеты и решил байтить на вышку. Kill one more, AK guy! You can loot this body. One fall dead.
Do one more. I got 2 HP! Please don't raid my base! Bottom. И рейда ждать долго не пришлось, они потратили еще 20 ракет в дом, в котором ничего не было. Hello, friendly naked gaming. Friendly man. This Yoka is so shit. Вы, наверное, и сами понимаете, что чтобы зарейдить такое, нужно очень много ракет. Ну или можно просто проявить смекалку. Fuck, really, MU clan have so really shit base. А так как у нас было очень много тканей и очень много людей в клане, мы решили попробовать угадать пароли от их рейд-кибитки. What? I mean, what? What code? What? What? No! Yeah! No! What? Yeah! What is it? What, yeah! What happened? We have the code! Nah. Yes! What's the code? What is the code? What is the code? Tell me. Give me, tell me. Tell me, Papa Cheese. Papa Cheese, please. Nah, he's lying. No, Why I are swear? You lying, Papa? I swear, I'm swearing at it. Don't lie, Papa. Papa Cheese, give me code! Oh my god! Hello? You think this guy here? Hello? Okay, wait. What's the code? Yeah! Yes! Let me go in, no let me go in! No shot, dude, no shot! Dude! Close the door, I can't come in! God, what is code? What is code? What is code? Cheesy, please! wait, bro! We have metal fragments right now. И естественно, чтобы не привлекать внимание, я решил сразу же изменить ник на их соклановца. MU guys online right now. И пока MU занимались своими делами, я решил попасть в их вышки, чтобы спереть пару калашиков. I got so many wood. Энджахаммер. И пока я тырил ресурсики из их дома, Тармак мне сказал то, что ко мне кто-то зашел. Чизи, watch out! One of you guys inside tower! Get out! И я решил дисконнектнуться. One guy here! Why you kill me? You can check, guys. Hello? И когда он начал смотреть мое тело, вы не представляете, как я испугался то, что меня раскрыли. Я лежал и думал, понял ли он, что я не свой. Но он просто взял и убежал. И тут я понял, что с этого дня моя жизнь налаживается. Чтобы выйти с этого дома, мне нужно было, чтобы их кто-то забайтил. И я попросил это сделать Тармака. I am professional. Professional offline raiders. Good side, fast! This guy running! Окей. And go, fast go. Let's go, save us! Let's go, left side! Oh my fucking god. Oh my fucking god. Take it. Bro, it's insane! It's fucking insane right now. Ну а после того, как мы украли ресурсики, мы решили засейвить наш лут во вторую ферму. Да, я только узнал, что у нас была, оказывается, вторая ферма. Фармер Тармак. I am better than cheesy. Yes, you better farmer. Ну а потом, чтобы поставить третий верстак, нам нужно было немножечко подфармить метро. Ха-х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 а
Sorry, broken. But it's really so funny. И один такой насыщенный заход в метро нам принес сразу же 1500 скрапа. И мы смогли поставить третий верстак в нашей ферме. А потом мы у клановых игроков отжали броневичок. We can kill them! Nice! Go, 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 come in, come in, come in! Найс, бро! Ну и сразу же после, для быстрого развития, мы решили купить коптер. Ну, моя следующая остановочка — это аутпост. Надеюсь, тут ПВОшек у нас не будет. Боже. О боже, нифига себе лучший водитель во вселенной. О май гад. Нам нужно было топливо, чтобы поставить печки в нашей ферме. И поэтому я прилетел на аутпост, и ко мне села бомжара. Но я знал, что в такой ситуации можно делать. You want to fly with me? Okay, let's go. Самый умный, что ли, оказался? И если вы думаете, что после этого мы начали спокойно жить, нет, к нам начали прибегать очень много клановых игроков. One dead. Ну а после у меня появилась абсолютно гениальная идея давить клановых игроков на черепашке Джо. И тут должна быть другая музыка, вот что-то типа такой. No, grenade! I killed him! I got 2k! Just loot this body! Just loot this body! From behind! Headshot! I killed him! Go to the base! И если вы думаете, что набеги клановых игроков на наш дом закончились, нет, нифига, они пришли нас рейдить! Three guys inside. Please get a shot, please get a shot. Really quick. Make it to see you, sir. Make it to see fast. Take the wood. Take the wood. Okay, they're shooting top left. Top left? No. Have you come to the TC? No. Four or five guys. I'm looking for five. Can you come here, Broken? I have a gun shot. I'm dead, man. Oh, I'm dead. Yeah, we are so fucking sick, I guess.
I don't know why you call Kamush. There's two dead. На самом деле, я думал, что эту ситуацию уже не спасти. Но тут я нашел мертвое тело, в котором был калашик. I'm in TC. Guys, I'm in TC. Go, come to me fast. We need to destroy TC. На первый этаж я решил поскидывать пушки, которые налутал, и пойти вынести шкаф, чтобы поставить свой. I am in base. Give me a gun fast. Wait. Save it. Gun safe. Behind TC. One AK in the gun. Oh, over here. Arabs are pushing them. Is it open? They're coming. They're coming in, all of them. He comes with. Oh, he's dead. Two dead. I killed two. Are you dead? Yes, I'm dead. Хоть они и поумирали, но мне удалось засейвить часть ресурсов и очень-очень много пушек. Что, в принципе, было очень даже хорошо. Ну а потом мы поняли, что жить на ферме за одной стенкой — это такая себе идея. И отстроили себе неплохой мейн. We need boxes here. IQ one. How's the guy? Ну а потом мы решили обворовать впервые клановую ферму. We need wait. Okay, wait night time. Time? When? And I can join. Night time. But it is night in game. Night time in game. Not real life. Oh no! This guy coming. They're going away. Yes. Look at the stream, guys. Oh, I have big ass. Oh, nice. Oh my careful god. Careful from behind. What is he doing? Pepega driving. Oh, Emu is talking to me. Why? No, don't shoot. Look what they're doing. You can kill them all. Cat, shut the fuck up. They don't have guns. No, it's okay. They're fighting. Let's go. Okay. No. You don't. It's okay. Don't worry. Go fast. If you die, so bad. Yes, one in base. Go kill yourself right now. It's okay. Don't see. Let's go fast. И пока я пошел лутать какой-то железный домик, Тармак пошел лутать ферму. They have a shop. Oh, yes, bite this guy. Right yeah, now. I'm baiting. More baiting. Yeah. I'm here in base. Quick, Tarmac. Don't dive a shotgun trap. He's loot shooting at me. Bite this guy. More, please. He's not on the roof anymore. Okay, go inside. Fuck, it's so bad. I'm inside. Don't take a shot from the shotgun. Please. Yes. Oh my god. I'm going to die from cold. No, it's fucking bunker, bro. Wow. Oh, he's on the roof again. Yeah, it's yeah. TC, but this is fucking bunker. Orti, I saw Orti.
Yeah, yeah, take the OT. Take do more. They have, do they have good genes or they have random genes? It's funny, raw looting. I can kill yourself in this base. Where are you? I'm in base. I don't know where I am. You will be greedy, Tarmac. Run out. Oh my god. Okay, I'm out. Wait, I'll beat him again. Тармаку с лутом повезло, а вот мне, к сожалению, нет. В этом доме абсолютно ничего не было, это был какой-то бункер, и мне пришлось киляться. Oh, I'm dead. No. What? Okay, one dead. I'm writing that whack off. One dead. Nice. Do that. Nice. I'm alive. One more dead. This guy dead. Good job. Нам нужен был металл, и поэтому мы еще раз решили обокрасть турецкую вышку. Hello. Oh. M2? M2? All we need. M2? Take Ulgens, take Ulgens. Please. Look, all empty already. Big Young? Go home. I go home. No, it's big risky, bro. This is Big Yoink, M249, Big Yoink! Hello, Mr. Privet, Mr. Orzan. Ooh, MU clan, very good clan. Hello, welcome to my base. Giveaway? M2 giveaway? Nice. Okay, pretty much been left alone, which is nice. Спасибо. Шевели булькани. Yoink. Уга-буга! Уга-буга! This is my M2! Нам нужно было проникнуть на территорию клана, а это было возможно сделать только через крышу. Но для этого нам нужно было уничтожить там турели и ПВОшки. И как только я начинал стрелять по турели, всегда кто-то выходил и чинил ее. Потом мы взяли коптер, скоростные ракеты и решили навести суету, но... You see, I'm pro driver. We can boom this crap killer. No! What the fuck, I don't see! Look at this body. I can't loot this body. Headshot. Who's shooting? I got M249, where is this bitch? I want to kill this guy. I shoot him too. One more headshot. Oh shit, who's shooting? Where this bro, where? I wanna kill this bro. One shot. А потом у меня и вовсе появилась гениальная идея. Попасть к ним в магазин. И нет, не чтобы забрать у них лут, чтобы просто поменять цены. Oh shit.
No way. No way. Вот такие цены меня устраивали больше. Easy, I go. No. You forgot something. You forgot to remove the old. Okay. No, he did. I did. That's really funny, bro. We play like a parasite, bro. И вы же знаете меня, все так просто закончиться не могло. На наш дом напали? No way, I just disconnected, I'm connecting back. No, too much. Eight guys, careful. No. We're getting raided? I don't know. We got raided. Ellie. You're coming. You have rocket launcher, you have rocket launcher. Really? Yeah. I'm dead right now and I have cooldown. Yes. Going to roof, I think. Yeah, this guy coming to the roof. Yeah. I have an ID. Oh, I'm so it's sad. It's okay. Building plan. Can you make a door? No, wait. Мы застроились и вроде бы как смогли бы отдефать этот дом, но такого я точно не ожидал. No. Меня взорвали сквозь текстуру. По итогу мы потеряли наш дом. Снова. И вот вы просто посмотрите, сколько их пришло нас рейдить. В этот момент я не представлял, что я буду делать в соло против этой базы. Но и бросать свою идею я не собирался. Зайдя на следующий день, я решил проверить, поменяли ли они пароли после того, как мы утащили пулик. И на первой двери они поменяли. Но я не терял надежду и решил проверить, поменяли ли они везде. И так как у меня была авторизация в шкафу, я решил пристроиться. И как оказалось, они сменили пароли только на первой двери. Так, слишком много мне брать нельзя. Ну да, ваша вышка кушает много, с этим не поспоришь. Ну и как бы пока. Я пошел дом себе строить. Пойду пофармлю немного дерева, камушка. Ого! А чё вешаем нынче, я не понял. Лол. И как только я отстроил дом, я решил позвать к себе моего турецкого друга, который мог мне переводить, что они говорят, и что я должен говорить им. Hello. Hello, Mr. Cat. Yeah, what's up, Cheesy? Okay, I need your help, because I'm right now in the Turkey base, you know? In MU base? Yes. Not the main. Okay. I in Berry base, you know? Okay. And I need to translate in chat. Okay. Because I can use Google Translate, but fucking that. But what this is translate say? Is so bad. I have big problem right now, because these fucking Turkey guys have so many auto turrets. Я услышал, что кто-то один бегает по их территории, и понял, что это мой шанс проникнуть в их клан. Но вы не представляете, насколько это было страшно. Right now I can try, yes or not? If you want. Please, not MU Ozan right now, please! No, you're gonna get shot by it. Oh, I see this guy.
guy coming. Oh no. Oh no. What? Он поверил. What the fuck? Окей. И пока он был на ферме, я решил сделать вид, что я чем-то занимаюсь и выращиваю ткань. I'm like farmer boy, you know? И забыл сказать, все это я демонстрировал моим друзьям, Кату и Санрею. What can I say? Don't authorize in turrets? I sent you on group. Думаешь, не проканает? Wait, I have good idea. I can die from auto turrets and say this guy. I don't authorize. Can you authorize me? Yeah, yeah. Заодно я решил авторизоваться во всех башнях. Please not shotgun trap. No way. Oh. M249! No. Fuck, no M249. Are you see how many auto turrets? Yeah, yeah. But their base is so shit. This guy running. Вижу одного, он убежал. No, why you fucking TC? MP49, easy. No MP4. Why MP5? Yeah, they're all Turkish. They don't want anyone that's not Turkish because they don't know English, you know. Мне оставалось пройти всего один забор, но там стояло очень много турелей, и я загнал себя в тупик. Я не знал, что мне делать дальше. Босс Бурдамысын. I told him. Take him. Атар Мисизин. Атар Мисинис. Таким Атар Мисинис. Таким Атар Мисинис. Но и э. Таким Атар Мисинис. Yeah, таким. What? Таким Атар Мисинис. Yeah. It's nice? Or not? Yeah, well, yeah, it's just a little bit Russian accent, but... Таким Атар Мисинис. What the fuck? Yeah? What the fuck? Yeah. Таким Атар Мисинис. Таким Атар Мисинис. Это так тупо звучит здесь. Таретлери Капатабилири Мишсин. What the fuck is going on? It's so hard for me. How can I say just Бурдамысын? Бурдамысын is like are you here? Yeah, what the fuck? Jesus, man, how are you not Turkish so good? Wait. Just close the door so he knows it's you. Yeah, look, he's testing you. He knows now it's you. Sambo, who the fuck is that? I can kill you. Я могу убить тебя. Давай. Hey, bro, what's up? Yo. Just type in chat. Chat. How can I say? Yes. Type in chat. Chat about. Where are you from? Sunray. Sunray. Ukraine. Oh no. Sen Ozan. Discord'a gelir misin Ozan? Telefona baksana, telefona. He's saying look at your phone. И в этот момент я понял, что все, мне хана. He knows, he asked for phone, I know it! He's changing yes, already. Yes, this guy changed. Ты можешь встать на спальнике в ферме и поменять пароли. Nice. Oh, what the fuck. He's talking in corner. Это он стоит? Yes. Make bone knife. No, not right now. I just wait. They all live in one city, you know? Shhh. Это ты бегаешь или он? Он. Он уже в... Он понял, что пароль не подходит.
А я меняю у него прямо на глазах. This guy so stupid! This guy not see me! This guy is so stupid! No! No! No way! No fucking way! How? Clear authorization. Nice. What the fuck? These guys are so stupid. What the fuck? Oh my fuck. I can't dispel it all. Yeah. Okay, I can do this. I can do this. Когда он меня рассекретил, у меня оставался только один выход. Поменять везде пароль. And change it all password. Why is their tower code different? Are you sure it's 5862? It's not 5... Oh, it's 5682. Ты тут уже поменял, да? Да. One tower is... 1331... Трай. Вантиради, ты? Нет. Ювич Хазмат? Ну, ну. I'm stuck this guy! I'm stuck this guy right now! Я в пакете белом хожу. In base! I'm stuck this guy in base, yes. I can see. Я выпрыгиваю. А, ты чуть дальше. Мне хилки нужны, у тебя есть? Есть чуть-чуть, но немного. У меня ткани до херища. Kill them one more times. Hey, CC, invite me team. Кстати, да, дай тимку. You died with all shotguns, bro! You're so stupid, no! This guy dead from shotgun trap, LOL! This guy so stupid! Ну и как только мы поменяли пароли, мы сразу же решили вынести у них электричество. Но турели так вырубить у них все и не смогли. One dead. Nice. Пойдем новый сломаем, еще один аккумулятор. И они настолько были в восторге, что я их закрыл со всех сторон, что они не могут выйти из дома, что начали деспавнить свои ракеты. No way. Yes. This guy деспавнит. No way, this guy despawned. This guy really so bad. He despawned base? I think yes. Yeah, that's good, bro. He lost everything. We won. Yeah, we did. I need pistol bullets. I'm out of everything. А потом они и вовсе решили улететь со своей территории, прихватив корову, пулики и скоростные ракеты. Flying. No, this guy dead! Nice. I did! One more, please kill him! Kill him, guys! We're going! Yes. One more, only one! Yes, on me! I know! Kill him! No, I'm dead! Alive! No, all dead! Good job! Let's go! All dead! I got him too! Let's go! Иди сюда! Смотри вот это смотри! Берем ракеты, взрываем их нафиг! Take it all rockets and go this! And go boom! Turrets, boom! Ну и конечно же я решил вернуть им эти ракеты! This is so good feeling, I swear I feel so good now. Hit another turret.
Is it dead? Yeah, it's dead. Nice. Oh, multi turret, I think. I'm destroyed one more turret. Yeah. There's multi turret. We need to kill multi turret, I think. Yeah, okay, but I had so much loot, I need to drop here. I can give you... Yeah, you can drop. Yeah, I drop a full metal kit here, so... I need cover. Yeah, okay. One more turret's dead. I think they're leaving. No! Oh my god, turret there. Give me HP rocket or something. I can kill him. Nice. I'm dead. One window. Yeah, I see. Window one. Yeah, I see. Hit him twice. He's not peeking me. I'm almost dead, I didn't hit him. He's not naked, I killed him. Nice. I'm coming. We need to destroy two turrets and then we have everything. Just two turrets. Okay, yes, I'm out. Australia? Oh, it's Bolton? Yeah. Double it. I'm coming in now, trying to... One more! Yeah, I know. Who's this? Rapidly flying! I think it's theirs. Oh my god, no. I'm so stupid, what the fuck? Ты можешь идти ко мне. Yeah, thank you for letting me in, you retard idiots. This guy all despawned right now. I killed him. Nice. I'm coming into this now. No, I'm dead from... No, I'm alive. Maybe, wait. Let's check if they change real base for more turret. Все, минус. 800 скрапа здесь. Тут еще турели, аккуратно. Еще на крыше куча. На крыше он меня убил. Прости. I'm dead. Oh! Headshot. Nice. I'm 10 HP. Go eat my dick right now. I'm 10 HP. Do you have meds? Cheesy. No, I don't have. Oh no. Do you have rockets? I see turret. I can break it. Not too much. Oh my god, get your turret. 10 HP, bro. He's on roof. Yes, I know. Go eat my big black fat cock. I'm dead. Бля, он крышу контрит, он не дает зайти. I killed him. Nice. I go loot body now. I'm loot you. I got Python. It's so cool, I think I did that. I'm trying to destroy this. Nice. But I don't have more rockets, I have only two. You have rockets? Oh. No, I don't have. No, this turret is so... That is their looking agent. Kill them. Nice, you're so good. Oh my fucking god. My body not looted. I'm destroyed the turrets. Nice, bro. I'm coming. I'm dead. AK behind you. Yazık kafana. Behind? Yeah. Where? Yeah. From entrance, our side. He killed me. Мы уничтожили основную часть турелей, и в принципе территория была уже под контролем. И к этому моменту все задиспавниться не успело. Бро! What, bro? He's on roof with AK. I got one row metal springs right now. What the fuck? Killed him. Nice, bro! You're insane, dude. Oh my god. А еще на некоторых дверях они не поменяли пароль, поэтому я мог сейвить лут прямо на их территории. I can save here stuff.
Yeah, I know. Good. Fucking noob. I killed him. Nice, bro. Nice. I go in the roof camp tower and hold roof with them. I got medical syringes right now. Мы пытались дружелюбно поговорить с этим турком, но он открывать двери нам не стал. А еще он сказал, что в доме уже все задеспавнилось. И вот вы не поверите, что произошло дальше. Дальше на них напали китайцы. Ну и вы уже, наверное, догадались, кто же будет отбивать эту территорию. Да, это я. This guy getting crazy, I think. Yes, getting crazy. Break me, Yusun, abi. Break me, Yusun. Yardım lazım mı? Yardım lazım mı? One rocket launcher dead. This guy dead! Nice, bro! You can loot this guy! Loot! Oh my god, this guy's so bad! I killed this bitch. I'm dead. I killed him! Nice! He's throwing bad. You need to loot this body. Bro, we have M249 and we don't have any bullets or meds. Kill one more. Nice, good. Пока китайцы рейдили турков, кто-то пришел рейдить китайцев, пока китайцы рейдят турков. Гениально. Lol, what the fuck is going on right now, just tell me. I don't know. И на этом моменте ролик подошел к концу. Клан Бизизи одержал победу над кланом МЮ, наконец-то! Ну как Бизизи, по большей степени всю работу сделал я. Ну а если вам понравился ролик, не забывайте про лайкосик. А еще было бы неплохо, если бы вы максимально зафорсили этот ролик и рассказали о нем друзьям. Ведь такой контент отснять реально тяжело. Ну и обязательно переходите по ссылочкам в описании, подписывайтесь на Инстаграм и ВК, ведь там проходят очень много розыгрышей. И я буду рад видеть вас всех там. Ну а если вы хотите поддержать канал, просто запускайте хэштег «Легендарная дичь». Я думаю, этот ролик этого заслуживает. Ну и всем пока! By little, we unfold.